Всем привет! Сегодня у нас очередная акция. Эта акция называется «Выращивай призы», в которой вы за то, что выращиваете дерево, можете получить определенные призы. Шансы даются за покупку самоцветов, также шансы даются за трату самоцветов. Давайте перейдем в акцию. Немножко не в ту зашел. Довольно-таки неплохие здесь призы дают. Так, за то, что вы купите самоцветы, вам дают за каждых 1400 попытку. Эта попытка, так, давайте посадим, дает 2 очка сразу. Я сегодня еще ничего не тратил. Надо завтра до вечера. Так, вот вам сразу карта группового подземелья, 2 штучки. То есть дают 2 очка. Вот наши призы. За 10 наград вы получите карту легендарного героя. Дальше на выбор либо 10 камней судьбы первого, либо сундучок. Потом 3. Сумка питомцев, камень судьбы 2 и джелли 50 штук. Конечно, камень судьбы 2 я больше хотел, чем джелли и сумку получить. Ну и ардика, вольтор, хранитель, заклинательница. Ну и обычные награды. Вот тут на значке вы можете увидеть, какой у вас будет приз следующий. Две карты арены. 5000 значков почета. Забираем карту легендарного и 10 камней судьбы, правда, первого уровня. Но тоже неплохо. Каких-то 3000 кулаков сэкономили. Потому что рулетку мы, наверное, будем ждать очень долго. Вот такой вот у нас постепенно растет саженец. Выращивать можно неограниченное количество раз. Все зависит от того, сколько у вас попыток будет. Так, книжечки. Карта арены. Карта обновления таланта. Ну, здесь очень много разнообразных расходников падает. Это, в принципе, очень хорошо по сравнению с теми же яйцами. Блин, тут намного круче призы. Так, ну что у нас вырастили? Вырастили камень судьбы. Соберите награду. Ну, дайте нам ее. Вы получили. И есть! Круто. 10 камней судьбы. То, что надо. Ну, еще каких-то, почему нет, по 700, 7000 кулачков сэкономили. Мне осталось там докачать душегуба и фараона, по-моему, до фулл прокачки. Поэтому, думаю, до обнова мы уже закончим с прокачкой героев на 12. Так, карта обновления. Интересно, какой же будет приз за 180, за 180. Вот 5 карт в Колизей. Это хорошо. Ордена. Камень клятвы. Ну, для многих тут эти расходники нужны. У меня, честно говоря, уже этих камней. Я максимум, что мне надо, это руны
восьмого таланта и камни на судьбу. Ну и клыки, естественно. Либо то, либо то. Так, забираем. Вот дерево такое уже у нас стало. Забрали камни судьбы и... Еще не забрали, теперь забрали. Ну что, Вальтор? Заклинательница. Размечтались, блин. Ну, как раз идем. Притык. Завтра уже будем выращивать второе дерево. Да, как-то по расходникам, конечно, более вкуснее акция это по сравнению с другими. Правда, здесь они определенные падают, и не так уж их много. 300 кристаллов даже дали. Карта обновления. Сейчас мы закончим и посмотрим уже, что там у нас будет в итоге. Карта обновления квеста. Групповая подземочка. Да, чё нельзя, блин, сразу так раз полил на максимум, и оно выросло. Приходится щелкать по одному все время. Да, сегодня годные акции, годные призы, интересные. Опять можно собрать пятый сет воодушевления. Также пятый сет оживы, плюс куча плюшек, плюс повыбивать героя. Героя мы будем на следующем видосе выбивать. Скорее всего, завтра попытаемся получить 40-го некроса. 39-го мы получили за 4 пака. Это был один из самых дешевых некросов. Многие купили в этот день их. Посмотрим, что же будет дальше. Просто так IGG скидки не делает. Так, значки. Ну давайте быстрее уже. Кристаллы. Ну тут, как по мне, одна из самых интересных вот эта акция. Тут хоть падают и расходники, но, блин, интересные, которые можно использовать даже на прокачанных аккаунтах. Так, ордена. Ничего себе, легендарное яйцо питомца. Сегодня, кстати, нормально питомцев насыпало. Скоро уже будут все 35 уровня. Думаю, где-то в марте. И будем ждать обнову, когда нам повысят уровень питомцев. Так. Вот так вот. Вот такое у нас получилось зеленое дерево. Так, сейчас, секундочку. Забираем. Есть, получили мы заклинательницу. Вот так, по второму кругу, второй саженец сажаем. Саженец посажен. Что у нас тут? Опять карта героя. Ну, сейчас посмотрим хотя бы, что у нас на следующем этапе будет.
А там же будет видно. Вдруг там будет что-то опять интересное. Так, легендарное. Так, забираем карточку. Опять камни судьбы. Ну, неплохо. Это лучше, чем все остальные награды для меня. Интересно будет посмотреть, добавят ли они, или опять будем через обнову ждать новые острова. Потому что качать уже некого. Только 12-е, говорю 12-е, только 10-е эти. Фу ты, 10-е, 8-е таланты подокачивать. И все. И больше ничего, в принципе, не надо будет. Так. Все есть. Она до 4-го, до завтра. Завтра продолжим выращивать физы. Вот так вот мы получили. Немножко этого смотрим. Сейчас посмотрим. Что у нас с акцией? Получить все. Ну, такие вот награды. Что вам сказать, в принципе, неплохо с одной стороны, с другой стороны так себе. Ну блин, в сочетании с другими акциями, я считаю, это очень хороший бонус. Так, очень хороший бонус для прокачки аккаунта. Все, в принципе, все. Я вам показал, что в этой акции падает, как в нее играть. Это была моя основная задача. Пишите в комментариях, что кому упало. Может, кто-то достал все-таки отсюда вольта за одну попытку, за одно дерево. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие видосы вы хотели бы видеть. Кидайте заявочки на роллинг. Всем пока!